на границе населенного пункта Ерденево, Малорославецкий район. Красивое, уютное, охраняемое товарищество СНТ Малорославец с охраной, с раздвижными воротами. Подается дача. Круглогодичный подъезд. Общество хорошее, выделялось когда-то работникам «Газпрома» давно. Все коммуникации, включая газ, проведены в общество. СНТ Малорославец, рядом с Ерденево. 6 соток земельный участок с летней кухней и большим домом 10 на 11. Дом из бруса, утепленный, отделанный сайдингом, изнутри вагонкой. Полностью для круглогодичного проживания. Все коммуникации, газ, вода, здесь своя скважина, свет. Ухоженный участок. Вот так подведем газ. Скважина и септик. Итак, дом имеет 2 полноценных этажа. Плюс подпол, погреб и чердак. Так, это веранда. Отделка хорошего качества. Несмотря на то, что все отделано внутри деревом, отделано хорошо. На первом этаже зал. Кухня с колонкой. Спальня. Санузел. С душевой кабиной. Лестница на 2-й этаж. На 2-м этаже кладовочка. Большая спальня. Видом на поле и на деревню. Окно пластиковое с москитными сетками. Так, еще одна спальня, кабинет. И еще одна. То есть итого 3 спальни на 2-м этаже. Каждый спать не может.
спальне большое светлое окно. Это окно на ворота. И на соседние участки. Дом комфортный для постоянного проживания. Зимой, летом. В 800 метрах находится пляж одной из самых чистых рек Калужской области, Суходрев. Грибной лес. Место сухое, красивое, чистое, уютное.